Нет, 85 только. 85, да, по кайф. По кайф. More gold is required. 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 The Seat of Vengeance. Пам-пам-пам-пам-пам. Два с половиной месяца играешь. Это рано. Как ты научишься за два с половиной месяца играть в доту, где 112 героев, у которых от 4 до 10 способностей. Где есть артефакты, которые эти способности ломать могут. Механики различные. Это невозможно. Это невозможно, дядя. Это невозможно. Excellent choice. Yes, Lord. What task is there? Oh. Yes. Hey. Yes, Lord. Та жесть, на меня контроля там. Ес и пуджи. Я сейчас орать опять, походу, буду в этой катке. Что за игра будет? Все у меня опять будет чисто как говно будет сваливать на меня. Фиссуры, эхо, слэмы, статики. Жестко. Yes. Спасибо. Добрый тебе. Добрый. Интересно, пуч на ХГ стоит уже? Или еще нет? Я чувствую, они будут руну пытаться забирать. Будем тоже пытаться. Прокачиваем плюсов на джаге, не знаю. Я на джаггернауте. Стараюсь как на 83 отыграть. Моросиво. Через врейс, наверное, да, сразу. Крал в меду. На Леорике играй. На Огре, на Твинхейде, на Венге, на Траксе. Это твои герои. Absolute choice.
Че ты так далеко отошел? А такой на А, короче, движение даю ему, он так далеко отошел. Что жесть. Почему? Зачем? Так, руны контрят, да? Они все. Ага, все. У них лесник еще. А, Леорик на лесничке. Батлыга пришла. Каев. Каев, батлыга. Да, было бы неплохо, если бы ЦМ-ка прибежала. Я думаю, сам справлюсь. Пока фармим. На начальной стадии тяжело астралом. А там полегче будет. На хилочках, на спинах. Аккуратненько выживем. Все, огонь будет. Игра уже 3 года, не играл на Шейгере. Это нормально? Ну, возможно. Возможно, нормально. Возможно, нормально. Может и нет. Жесть. Повезло на руну, да? Вдвоем они меня убивают. Да, точно ластовая. Луз, вин. Просто надо ту катку потушить, прошлую. Немного. Расслабиться. Пофармить аккуратненько. На керри, да, по кайфу. Отпишу вот путь что-то в инвизе, ему пофиг, он идет. Сдохнет, скорее всего, на ЦМ-ке, парень. Я не буду ему помогать. Вон, куда ты даешь второй? Извращенец, что ли? 4-й левел у чувака. Лучше, что тут. Хорош. Чуть пробежимся. Есть уже здесь. Ну, побегаем, окей. Okay.
Просто бросили они этих двух саппортов лоу-хэповых, решили за мной тупо побежать. Обратили внимание? Ну ладно. Ничего страшного. Видите, здесь, сюда нет смысла бежать. Тут Тэшка меня заберет. Хил долго кдэшится еще. Не успел ни хрена. Молодцы. У меня фазы еще так не вовремя КД ушли. Попрожимал на лоу хп. Гоу, че стоим? Нафига забирать, не понимаю, на Зевсе. Гоу, 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 его тоже. Хорошо. Доброй ночи. Рал внизу. Эх, я за ним шел на самом деле. Он оказывается здесь. Такой актив мне нравится, когда ребята играют. Вообще по кайфу. То есть активная просто игра. Вроде все, да, типа, ну, напрягаются как-то. Вообще есть тут плохо. КДшка. Регеньтесь, а сейчас пойдем тушить их. Что они там выпендриваются? Правда, нас тут все равно сейчас затушат. А, 5 хп, мама. Мамочка, 5 хп. Успеваю. Красава, бро. Это замесы, я понимаю. Ребята, одобряйте такие замесы. Вообще кайф. Это я понимаю. Это я понимаю за мессы. Доместос, да? Офигенно. Подрались. Драки по КД. Ес, хейтерский. За мной пришел. Маска тебя руинит. Не забывайте. Что там, восьмой клака?
Hero and obey. Hey. I am yours. Yes. Word task. Пойдет. Are you hero and obey? Что-то там Леон потерял контроль. Побежал фидить. Хил в 3 хватит 100%. Хил в 100% будет сейчас. Сейчас 11 апнуть, пойти ульту скинуть. Продаваться, продавецка, продавун, основный. Это не боль, это жиза, я тебе больше скажу. Это стандарт. У меня тупо стандарт это. Тупо, тупой стандарт. Так, это потом пофармим, го, когда снимем. Yes, ой, yes. Джагов уловы только. Yes. Все, он так говорит. Забавно звучит. Ладно, не буду мелочиться. О, найс. Дай, дай, дай. Подработаю, дядька. Ну, всех бойцов потеряли в этой драке. Реген. Стрелка, мыши, ноги нажимали. Возможно. Возможно. Шариком внутри мышки. Это жестко. Это очень жестко. Так, у меня почти ульта есть. Сейчас еще чуть-чуть. Есть, даггер походу купит сейчас.
Ой, ес, Слардар. А, да, даггер взял. Хорош. Я на тебя ультовать буду, дядь. Пойдет. Ну, если такое пишут, не знаю. Вон сегодня видел эту игру, Огур за меня был. Пацан говорит, что я игру слил. Что я слабый. Чел на Огре что полезного в катке сделал? Я их всю игру упрашивал. И... Ладно, всю игру упрашивал. Этот, купить. Сентри. Чел не может купить Сентри. Там глиммер утрала, блин. У меня очень много саппорта в игре. В лейт-гейме мы просадимся. Ой, да ладно. Ой, хорош. Красава, бро. Блин, я сейчас на самом деле вот тут вот засрался. У меня, я, короче, когда палку бинжу, у меня на двойку и так рук сил. Я сейчас начал закупаться. По стандарту нажимаю на двойку, а двойка у меня нету. И в итоге в магазине покупаю пол армлета. И все, и в отсосе. Девятьсот, пятьсот. Есть. Не успел я крутилку дать. Да надо в пятером собраться, вот, дать им. Покурить. Цемки, глиммер нужен. Этому тоже глиммер нужен. Этому тоже глиммер. Тем пятерым глиммер сделайте. Почему Тарал собирает правильно, да? Что-то вот слоты какие-то. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно вот так вот сделать тогда. Если это полдня буду сидеть тут. Так, армлет. Не то собрал. Вот это надо. Так вот-то. Все есть. Пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, найсово. Стики в помойку. Возьмешь в игры? Нет. Я в игры стараюсь брать только. Ребят, кто шарит более-менее. Так, глиммер на трале, да, значит? Дастов, конечно, я не куплю. У меня слота тупо банально нету. Банально слотика нету. Опа, многоходовочка, дядь. Ух ты. Да ты шо, ля. Не удалось. Вот Т2. Слардара перехитрили. Значит, на успех идем. Куда Свен ушел? Низ? Надо было низ идти. Зачем ты туда идешь? Absolute choice. Oh.
пойдет. 3-4 игры с апкерри. Платные курсы, обучалку для чайников. Нет, захейтят максимально за эти обучалки для чайников. Это ж ты что, не знаешь? Тут у меня в чате собираются все гении доты. Тут все все знают лучше меня. Если, не дай бог, я выложу видосик, что с кого-то я взял деньги и якобы учил играть в доту, я тебя умоляю, меня тут так говном закидают. Ой, кого он там может научить? Ой, какой же он рак, зачем он это делает? Кто ему деньги дает еще за это? Играй топ-ТБ, рак. Ты что, не знаешь, что будет в чате? В чате дерьмом закидают по-страшному. Я вон 1x5 катку выложил, ты видел? Интересная игра получилась. Я пересматривал с удовольствием. Нет, говно. Однотипный контент. Да, это изи, каждый день так выигрываю. Ну, хз, сможем ли мы тут? Жалко, кнопок нету. Ай, скритуешь, дядя. Хорошо. Ну, вряд ли Аегу я засейвлю, ульты у меня еще нету. Свен пришел. Дядька. Где был все это время? Если стан даешь, будет офигенно. Стан дай. Жалко у меня КД было. Дерись как мужчина уже. Хорошо. А, он еще трипл килл сделал. Ничего себе ты. Ну ты мощь. Двойка КД. Манту сделаем. Так, Свен не хочет. Да идти. Ломаем соло тогда. А я тут не выживу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, господи. Господи. Ладно, я фармить пошел. Пока Свен не начнет играть, он не вин. Свен мог остаться, у меня уже хил был, уже бы захилил бы, забрали бы тэшку быстро. Соси ману у него. А, ты не раскачивал ее? А все равно нет ульты, да? Сюда стан. Не попал бы, а я бы туда дал. Сюда. Стан двоих заберет с сплэшем. А, нет, не достает чуть-чуть. Чалька. Хороша, на второго надо будет ждать, наверное. Нет, спасибо. Next точно нет. С мантой не знаю, там есть, что-то пробовать делать. Леорик бегает.
О, стан, 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 стан. Ну дай стан. Ты ж видишь ситуацию, брат. Красивая драка. А ты шо, дядь? А у меня манта была. Че не юзаю? Да ты шо? Че скажешь, что ты уйдешь? Бабушке расскажешь историю эту? Как ты типа якобы ушел? Красивая драка. Как паник дорож появится? 8-13 или 8-12, не помню. По-моему, 8-12 по времени. И зеленая точка появится. После того, как вы забрали его, обязательно надо прочекать. Он как обычный лесной крип резается. Сейчас уже должен появиться, по идее. Ой, как хорошо. Красота. Армлет вырубил. Красота. Как можно забанить? Как абуз денег? Что значит абуз денег? Что значит абуз денег? Это ж не мапхак, абуз денег. На сайте АК выберешь, пишешь тикет. Если уж на то пошло. Отойди, сейчас есть бахнет. Не успею, да? Ой, я скади не дождался. ЕС просто прыгает, всех убивает. С вами на БКБ, ГДС. Жми ГДС и бей, ты чё?
Туши нафиг все. Warcry бафни. Это ж армор твой. А и не бафает, не хочет. Ладно. Так, скади есть. Нам нужен либо... Нужен агрессивный прыжок такой, знаете, там ЕСа забрать быстренько. Вот, потому что ЕС прыгает. Ох, какая же большая, да, контрастность того ЕСа и этого ЕСа, да? Посмотрите на эту игру. Какой гений там на ЕСе сейчас играет и какой гений вчера играл. Вообще. СМХ денег дают союзникам. Ну, это голдхак, это пиши хаки, поддержка, репорт хаков. Пиши туда, я тебе что, админ что ли? Туда пиши. Нет, аганиме собирать не буду. На ЕСе гений играет. Надо его убивать. Там столько дэмэджа, жесть. Слишком много. Погнали. Крутись давай, сколько я должен раз кнопку нажать эту. Серьезно. Там аганим уже есть. Как хорошо, что меня не поддержали. Да что ж такое, это почему кнопки не жмутся никакие? Чувствую, это тоже проиграем. Да, лед фиолетовый был, аж Слардар окрасился. Ну, пусть просто двоих моих тиммейтов убивает спокойно уже. Что с этой дотой не так, я не понимаю. О, найс. Ай, ГГ, короче. Помойку, опять такая же игра. Просто играют гении опять в ВС. А я, как обычно, вижу игру. У меня один пуш там убивает всю команду. Тупо. Когда я уже выиграю? 1-14, 6-12, 2-10 опять. Что это? Какого мне брать героя, чтобы выиграть? Я не хочу на сларках играть. Манту забыл. Манта в ульте трала не юзается. Манту забыл. Не умничай, пожалуйста.
Когда в стане стоишь, манту уже не нажать. Чем драться? Каким образом? ЦМ-ка, где твой глиммер, господи? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хираса. Да не, это луз. Я один не потяну уже своих ботов. Он цем колевает просто на эскении. Спасибо за игру. Лучше. Спасибо. Опять я слил игру, получается, или что? Что с дотой? Да ты что? Что это за хрень, я вообще не понимаю? Что, софтеры, что ли? Варды стоят. Плиз, ультани. Хорошо. А, найс, я в крипов прыгнул, ультану. Плохо. У меня герой просто в крипов здесь и ульт закончил. Найс, хилку потерял. Хрен мы зайдем. Трал закроет. Чел на трале просто солит эту игру. Свена соло убил. Yes,
Отойди, пожалуйста, чтобы он не клепал. Отойди. Жесть, мне просто без контроля не выпускают. Трала не слили. Чел на БКБ жмет. Как он через БКБ умирает? Я не понимаю. Ладно, гоу, сольемся еще разочек. И пофиг, луз так луз. Гений, дота. Раптор байбек. Так, у меня ББ-ки нету. ББ-ка нету, го на базу. Самое чувство, что Цемка, когда ливнул, начала вносить импакт реально больше. То есть, вот как ли ребята так умудряются, да, играть доту? Это кринж. Согласитесь. Так, ну у них три барака голых стоит. У меня байбека нету. Жалко, ребята не торопятся, надо торопиться. Трала 90 секунд нет, тут есть возможность выиграть. Если я не отдамся только сейчас. Хорошо. Если я не отдамся, будет хорошо. Yes.
хорошо. Где Свен все это время бегает? Могли сломать 300 раз. Свен мог сломать, если бы чуть-чуть умнее был. Пока такая суета на топе происходит, можно было сломать спокойно. Спокойно причем. Бэйбэка нету еще. Давай, давай, давай. Красава. Я тебя покидаю. Посплечу, если что. Ой-ой-ой-ой. Что-то сегодня вечер прям такой. Суеты. Надеюсь, нету тут Виджина? Хорошо. Омега крипы есть. Они долго еще дефиться могут. У них Леорик там. И не, Свену надо было просто пушить. Тут мы не тянем драки 5 на 5. Свен не дамажит уже. По кайфу. По кайфу. Регинимся и гол. 5000 на байбека ставить надо, да? Байбека нету до сих пор, поэтому затариваемся. Подходим. Выживет, интересно, этот бургер. Хорошо, бургер выжил. Булочка. Надо цеплять. Что делать? А, че не сбивает? Че, 83-й сбивает? Я забыл. Ну, была возможность, что баш еще может вылететь. Пойдет. Красота, би. Забашил. Изи. Изи. До свидания, Леорик. Леорик там писал, изи катка. Домой. Домой, мой ручной. На цепь. Колы бахнул. Вот. После такой катки можно пойти отдохнуть.